На жилье молодым семьям республики до 2019 года потратят 821 миллион рублей из федерального и республиканского бюджетов. В этом году планируется обеспечить жильем более 1000 молодых семей из 36 муниципальных образований и городских округов республики Саха-Якутия. Об этом сегодня говорили на совместном заседании Совета при главе республики по развитию молодежной политики и Организационного комитета по подготовке и проведению года молодежи. Участники совещания также рассмотрели вопросы, связанные с реализацией мероприятий Года молодежи в Хангаласском и Горном районах Якутии. Говорили о проекте «Духовное наследие окружения» Алексея Кулаковского, а также обсудили подготовку к республиканскому эсэху молодежи. Подготовка, конечно же, идет полным ходом. Буквально вчера я прилетела с Мирнинского района. Мы ездили с осмотром места проведения эсэха. Эсэх пройдет 30 июня, 2 июля в местности Аланхо. Он был построен как раз-таки в 2011 году, когда в Мирном проводили эсэх Аланхо. И могу сказать, что организационно-технические моменты, они, конечно же, на высшем организационном уровне всегда Мирнинский район проводит. А вот по культурной, содержательной части присоединились Сунтарский, Нюрбинский район для помощи коллегам.